Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Большие дозы черного чая могут стать причиной проблем с почками, ослабляют щитовидную железу и разрушают костную ткань. В черном чае содержится большая доза фтора, которая при неконтролируемом употреблении несет вред, а не пользу. Черный чай не рекомендуется людям с чувствительностью к кофеину. Ежедневное употребление более 5 чашек черного чая в день вымывает из организма магний, который нужен для нормальной работы нервной системы. В результате у человека может появиться общая слабость, хроническая усталость, плохой сон, рассеянность. Этот чай повышает внутриглазное давление. По этой причине его не рекомендуют часто употреблять людям с заболеваниями глаз. В умеренных дозах его нужно пить беременным, людям с болезнями сердца. Если пить черный чай натощак, могут появиться желудочные спазмы. Нельзя оставлять заварку черного чая на ночь, и тем более на сутки. Так создается благоприятная среда для развития вредных микроорганизмов, которые вызывают ряд заболеваний ЖКТ. В результате черный чай может стать причиной инфекционных болезней и пищевых отравлений. Как и другие продукты и напитки, черный чай может быть и полезным, и вредным. Все зависит от правил его использования. Если следовать рекомендациям специалистов и пить черный чай в допустимых дозах, можно познакомиться только с его полезными свойствами, поправить здоровье и укрепить организм. Наверняка каждому знакомо чувство, когда посреди рабочего дня вы начинаете чувствовать усталость. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока!